Со дня официального развода Кристины Асмус и Гарика Харламова прошло 3 месяца. При этом бывшие супруги стараются ради единственной дочки Насти поддерживать хорошие отношения. Не так давно они даже воссоединились, чтобы вместе отпраздновать 7-летие наследницы. При этом известно, что после разрыва актриса с дочкой остались жить в 4-этажном доме недалеко от Рублевки, который купил резидент Камеди. Все это я переписал на тебя! Кристина и Гарик официально развелись после 7 лет брака, но продолжают вместе воспитывать общую дочь Анастасию. Бывшие супруги договорились о том, что актриса останется жить с наследницей в роскоши. Гарик отдал бывшей жене и дочке особняк за 100 миллионов рублей. 410-метровый дом он купил в 2014 году, когда Насте едва исполнился год. Актриса в одном из интервью призналась, что на дом заработал муж. А что за дом? Что за дом? Сколько у вас этажей, например? Слушай, да простенький такой, совершенно простенький загородный дом, 4 этажа, недалеко от Рублевки. Смотрите, стоило человеку один раз сняться в такой, ну, эротической сцене и 4-этажный дом. 4-этажный дом. У меня лифт есть? То есть ты думаешь... Нет, мы поскромнее живем, у нас лестница, деревянная лестница. Ты думаешь, на этот дом заработала я, да? Вдоль стенки, которая стоит? У нас в семье бюджет распределен так, что все, что зарабатывает Гарик, оно общее, все, что зарабатываю я, оно мое. В шикарном особняке мраморные полы, мебель из натурального дерева и кожи. Дом украшают колонны, хрустальные люстры и изысканный декор. Вся отделка выполнена в максимально светлых тонах. Изюминкой коттеджа является белоснежный камин из натурального камня в гостиной. 4-этажный таунхаус в туринском стиле находится в закрытом поселке в 10 минутах от концертного зала Барвиха Лухари Виллаж. Барвиха Лакшери Виллаж. В 5 минутах от особняка расположена школа «Президент», где учится дочь знаменитостей. Если понравилось это видео, то подписывайся на канал. И колокольчики, ну вы все знаете. Пока!